На стадионе «Металлург» состоялся первый матч розыгрыша Кубка Московской области по футболу. В 1/8 финала наша команда встретилась с гостями из Лыткарино. Перед стартом сезона состав «Металлурга» пополнили футболисты, поигравшие в профессиональных лигах. И теперь команда представляет собой сплав молодости и опыта. У нас появилось порядка 5 человек и люди, скажем, поигравшие в футбол, прошедшие школу и высшей лиги, и первой лиги, и второй лиги. Так что я считаю, что в этом году достойно усилились. Игра началась с преимущества нашей команды. Видновские футболисты комбинировали и довольно легко проходили центр поля. Несколько результативных атак позволили быстро выйти вперед, а уже к 12-й минуте матча табло фиксировало результат 2-0 в пользу «Металлурга». Игра покажет, что представляем мы из себя на сегодняшний день, что представляет из себя наш противник, к которому мы относимся с уважением и с пониманием. Тем не менее, лыткаринские футболисты быстро пришли в себя и начали оказывать давление на ворота «Металлурга». До конца тайма им удалось отквитать один мяч. Несмотря на прохладную погоду, поддержать нашу команду пришли болельщики. В пас играют хорошо, голы забили, молодцы. Вот, допустим, сейчас атака, почти третий. Мне все нравится, то есть молодцы ребята. Я, конечно, не профессионал, еще только, скажем так, учусь, да, там узнаю правила, вот, но визуально все супер. Игра отличная, подошел в середине первого тайма, слышал, что 2-0 выигрывает Видное. Я за Видное переживаю, болею. Во втором тайме команды продолжили играть в обоюдоострый футбол с небольшим преимуществом видновской команды. Третий мяч «Металлург» забил с пенальти, тем самым установив финальный счет. Теперь наша команда сыграет в 1/4 финала Кубка Московской области. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.